14 марта 2018 года, 19 часов 27 минут, футбол, Лига Европы. Голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев поделился ожиданиями от ответного гостевого матча 1/8 финала Лиги Европы с Лионом, а также мнением об игре партнера по команде Понтус Авернблума на позиции защитника. В первом матче в Москве армейцы проиграли Лиону со счетом 0-1, я все равно настроен позитивно. Не имеет такой уж большой разницы, 0-0 мы бы сыграли или проиграли 0-1, нам все равно надо было забивать в ответной игре. Так мне Вернблум в роли защитника, отлично отношусь к Вернблуму как к защитнику, Понтус является профессионалом. Он универсал и сыграет на любой позиции, передает слово Акинфеева корреспондент чемпионата Денис Целых. Напомним, ответный матч пройдет в Лионе завтра, 15 марта, Гончаренко, забьем, чтобы выровнять положение и будем действовать по ситуации, источник, чемпионат, сообщить об ошибке, комментарии 0-14 марта 2018 года.